качестве примера могу привести, вот буквально две регистрации у нас было. Женщина, жительница города Грабежан, значит, приобретала шубу. Шуба стоимостью более 100 тысяч, значит, цена не была выставлена как 16, указано в интернете. Конечно же, ее это заинтересовало. Женщина перевела часть денежных средств в качестве предоплаты, после чего потенциальный продавец перестал выходить на связь. Таким образом, в отношении женщины было совершено мошенничество. И еще один факт. Продавался, значит, в интернете на сайте Авито телевизор стоимостью 120 тысяч рублей. Потенциальный продавец продавал его за 12, что привлекло внимание жителя города Грабежана, который созвонился с продавцом и впоследствии перевел ему в качестве предоплаты 5 тысяч рублей. Аналогично с первым случаем, значит, продавец перестал выходить на связь, заблокировал страничку, и таким образом объявление удалили.